Всем привет, дорогие друзья, с вами Даша, это канал Сам Солнышко Плей. Сегодня мы продолжаем с вами выживать в игре Survival Fountain of Youth. В прошлой серии мы с вами нашли вот этот грот с изображением на картинке, да? Немножко научились отстраивать лагерь. В этой серии предлагаю нам разместить нашу базу как раз-таки в этом гроте, починить, сделать ремонтный инструмент, починить сборщик воды. И мы решим с вами самую сложную проблему, которая преследовала нас всю прошлую серию. Мы не могли найти воды и попить ее. Вот, поехали. Итак, в прошлой серии мы также с вами прочитали одну из записок, которая здесь, да. Вот у нас есть карта. Давайте посмотрим, живая вода. Интересно. Записка живой воде. Оставляю здесь эту бутыль с живой водой, чтобы нашедший ее мог поправить свое здоровье. Если пострадал кораблекрушение, удачи тебе, друг. На этом мы с вами потом. Куча обломка, давайте разберем. Да ёшки. Эти камни постоянно... О, спилы кокосы. Ой, ори, ой, кокосов сколько. Слушайте, ну я в раю просто здесь. Я в раю. Потому что здесь куча всякого барахла, которое мне нужно. Блин, топор надо чинить. У меня камни-то есть? Куча всякой фигни. Так, давайте посмотрим. Могу ли я топор починить? Скорее всего, нет. Конечно же. Надо искать камни. Окей, мы сюда... Давайте возьмем карту. Карта острова. Новая цель, забытая подзорная труба. Точно, да. В общем, мы нашли с вами записку в прошлой серии о том, что здесь был капитан, и он оставил свою подзорную трубу, нам нужно ее найти теперь. На этой карте Понсе де Леон отметил примерное расположение двух источников воды, прибрежного грота, а также место, где он потерял подзорную трубу. Подпись гласит, что труба осталась лежать в том же месте, где ночью видны светлячки, локация Остров Надежды. Вот наш грот, получается, вон там источник воды. Так я не очень понимаю, что с ним делать вообще. О! То я могу взять в инвентарь. Мне не суждено было закончить карту местных морей, но она может пригодиться, чтобы найти место, где затонул Сантьяго, недалеко от этого острова. Возможно, нам еще осталось что-нибудь полезное, Понсе де Леон. А, да-да-да, здесь же... Да, мы же с вами смотрели, что здесь мы сможем построить лодку и найти... и, видимо, поплавать сможем. Ну да. 100%. Если у нас будет лодка, то мы сможем плавать. Главное, вот здесь очень темно, не пропустить вот этих вот ребят, да, вот этих вот. Вот, видите? Видите вот этого? Такой, типа, не при делах. Так, где добавлен дождевик какой? Здесь, по-моему, еще скорпион был. Их очень плохо видно здесь. Прям очень плохо. Потому что очень темно. Так, может, мне надо факел было какой-то сделать, нет? Подожди. По-моему, был тут факел. Просто я не умею его делать. Оружие ближнего боя. Вот, улучшенный факел. Нам здесь не хватает. Обсидиана лезвия ножа. Пипец, блин. А чего так сложно факел сделать? Веревку намотал и поджег. Нет? Ладно, я не эксперт, наверное. Так, вот еще двоих вижу пареньков. Их очень много здесь. У меня есть копье. Вот еще, да? Да. Так. Я хочу просто забраться наверх, посмотреть, что там. И не очень понятно, а где вот этот обсидиан-то брать? Кажется, что обсидиан, он обычно как раз-таки в пещерах и находится. Чуть в скорпиона не влетело, или что это? Нет. То здесь какие-то должны быть залежи обсидиановые. И нам нужна будет кирка, чтобы их отколупывать. Да, надеюсь, здесь нет скорпионов. Я еще хочу просто пробежать. Вот так вот. Вау. Yes, мы с вами выбрались. Так, мы поспали с тобой. Нам дальше нужно найти камни, чтобы починить топор. Нам бы еще по-хорошему сделать кирку, но для этого, я так понимаю, нам и нужен как раз-таки обсидиан. Или что-то в этом роде. Камни обычно вот в каких-то вот таких, наверное, местах должны быть. Ну, просто где-то валяться. Нет? Мы же, помнишь, с тобой еще подбирали такой большой камень? Вот неужели из большого камня нельзя сделать маленькие камни? Мне кажется, это само собой разумеющееся. Нет? Это вот не камень. Нет.
Но он вообще говорил, что нужно идти на север. Может быть, можем по карте, кстати, посмотреть. Финиковая пальма, эвкалипт, табак. Она еще лисица вон не резнулась, кабан тоже. В принципе, окей. Погуляем тут у них туда. Главное, на змею не наткнуться. Как-то странно. Так, змея. Слышу. Давайте попробуем сюда куда-нибудь забуриться. Давай! Он залазит. Мы тут не были еще. О! Блин, да нет, тут я все время думаю, что это камень. Но мне прям кровь из носа надо дочинить топор. А, нет, стоп, мы с тобой здесь были, по-моему. Были. Значит, эти колючие расти или нет? Ну тут явно кто-то жил просто. О! А вот это как раз-таки обсидиан. Да. Отлично. Но мы ничего, у нас кирки нету, да, отлично. Мы с вами кусочек собрали. Может быть, мы что-то из него сможем сделать. Больше вроде нет. Камней здесь тоже нет, к сожалению. Моему огромному. О, вот камень есть. Но это вот большой камень. Я так и не поняла, из него можно сделать маленькие камешки или нет? Возможно, нужен какой-то инструмент, который позволил бы. Ну, по крайней мере, в Гринхелле это работало так, что мог найти большой камень и из него сделать маленьких три, по-моему, что ли. Так, здесь опять этот... Не, да собака какая-то непонятная. А! Это кто так? О! Это собака какая-то! Собака-енот! Сюда! Офигеть, она неубиваемая! А-а-а! Она меня почти убила. Тыкай ее. Давай. Так, такого я здесь еще не видела. Подождите, у меня там какой-то был живая вода используется. О, ну я не знаю, я правильно сделала или нет, но мы просто могли умереть. Так, что-то кости какие-то, крабисы. Какая рыбина, офигеть. Смотрите. Вон еще какой-то знак. Я вся в крови. А что это за собака? Я думала, здесь только эти не до... Вау! Место для рыбалки? А у меня удочки нет. Ну, я поняла, хорошо. Это мы где с тобой находимся? Ё-моё, это... Мы так далеко с тобой забрались. Интересно. Так, ну будем рыбачить теперь. Будем рыбачить. Блин, я надеюсь, что я не зря эту воду израсходовала. Мне кажется, она для чего-то другого предназначалась, если честно. А у меня нету? Блин, прикинь, у меня нету. Чего делать? Массивный камень. Как из тебя сделать? А, вот, можно все-таки, смотри, камешки сделать. Отлично. Мы теперь сможем тогда починить топор, во-первых. И починить эти камни. Ну, вот эти вот. Стоп. Нет. Уничтожить только? Починить нельзя? Странно как. Ну ладно, давайте... Будем сами тогда. Каменное копье. Деревянный гарпун. Для подводной охоты. Дорады и акул. Акулы-то все-таки есть. Слышите, нам нужно их найти. О, примитивный факел, кстати, есть. А почему мы не делали его? Хм. Нам надо найти этот... Акулу. Я хочу акулу найти. А, я же не сделала это. Самое важное. Самое важное, это я не делала. Стой. Рецепты. Как оно? Вот оно. Погода сейчас туман. Спасибо.
Недостаточно прочности. Так вот этот возьми. Так, а как? Его же надо разжечь. Давайте. Вообще круто. Так, давайте вот еще камешек возьмем. Надо побольше камешков. Ну, нам просто камешки нужны. Много камешков. Там вон моллюски. Я хочу просто побольше кокосиков набрать, чтобы мы с вами не мучились. Блин, а почему же я акул тогда не видел? Неужели я далеко была от них? Надо вообще, да, наверное, весь берег пройти. Блин, я боюсь акул, но мы с вами как-нибудь сделаемся. Я не знаю, может, сегодня сделаем. Посмотрим. Я хочу доплыть до акулы. Но только с гарпуном. Только с гарпуном. Мне сказали, что можно... Ну, мне сказали, что здесь есть акулы. Так что я теперь только с гарпуном пойду на них. Так, ну все, дотащила я нашу штучку до нас. Как ее теперь... Как ее чинить теперь, вопрос. Мне кажется, мы должны взять ремонтный инструмент в руку, что ли. Где он, кстати говоря? Вот. А как? Используется... А, используется для ремонта корпуса судна. Ё-моё. Сломанный дождевой. А как тебя построить? Сломанный дождевой сосуд. Давайте разберем. О! О! Да! Да! Да-да-да! Я построю свой! А, нет, не построю. А, стоп, подожди, я сейчас... Или построю. Молот мне надо сделать. А он, наверное, не появился. Скорее всего, подожди. У меня же теперь есть эта штука. Да, есть! У-ху! Все, все, все. У нас теперь есть вода. Короче, вот, если вы хотите сделать вот эту дождесборку, просто находите вот этот грот, разбираете, у вас появляются вот эти штучки, вы делаете молот, и все. Изи-пизи. Соленая вода. О! Плавание один. Ну, я думаю, мы с вами, когда прокачаем плавание, тогда и пойдем на охотиться на акул, да? Я думаю, так уж прям сразу не... А, мы сейчас задохнемся. Нет. Зачем я подобрала этот камень? Бери. Пипец, блин, чуть не утонули с тобой. Так вот камни подбирать под водой. Курочки, курочки! Убегаем, бегаем, девчонки, давайте быстрее, 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 догоняй вас. О! Я вас обогнала уже. Ой, господи, какие вы сладенькие мои. Боятся. Правильно, пусть боятся. Какие фишку тут открою на острове. Так, опять это не до хрень. Не надо на меня рычать. Чтобы он не бросился. Да себе просто толку нету драться. Она тупая и мало еды дает. Ну, в общем, вообще беспонтовое существо. Так, давайте попробуем. Там говорили, что, то, что можно забираться на какие-то скалы. А здесь у меня вот насколько отрисован. Да, вот здесь, видишь, давайте покартографируем. Вот. Вот. Ну, смотри, мы что с собой крыльям. Длинная палка там была. Латония. Мы, кстати, там вот вообще не были. Сходим за этой полтани. Не знаю, что это такое. Но очень интересно. Кир... А! Оу, кирку-то мы не сделали. Что очень плохо, я считаю. Да, здесь какие-то прям скалистые местности. Камешек подберем. Ау, да что ты... Да господи, с 30 сантиметров ты так бьешься. Она спит? Ага, она уже не спит. Ну, теперь опять спит. Good night, my friend. Разобрать, да. Чё три палки с такого огромного бревна? О, черепашки! Тихо, 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 тихо. А, не на тебе, не на. Слушай, ну она хотя бы быстро убивается, не так как этот, не так как пес.
Черепашка. Блин, жалко черепашку убивать, но по-любому надо. Ой. Стой, стой! Не убегай. Мне кажется, я ее так не убью. Прости, малыш, прости, 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 пожалуйста, меня. Мне так жалко. Ой, взять на плечо? Нет, отпусти ее. Прости. Прости, прости. Я не люблю убивать черепашек. Мне каждый раз жалко. Ой. Ну там мяски. Там, наверное, можно что-то прикольненькое из нее сделать. Скорее всего. Давайте этот... его. Этот. Так ломается, блин. Быстро. Это достаточно, достаточно. Взять на плечо. А толку-то от нее? Зачем мне брать на плечо? Не понимаю. О, вот еще рыболовная, кстати. Но у нас удочки нет все равно, поэтому это все бессмысленно. Здесь, кстати, очень много кокосов валяется. Это прям кайф. Можно пить и есть. Давайте так и сделаем. Хотя... здесь можно переночевать будет. А я что хочу-то? Блин, господи, я забыла. А, я хотела лиану найти, но и на берегу-то мы вряд ли их найдем. Что-то я какими-то глупостями занимаюсь вообще максимально. Ну ладно. Я просто хочу обойти, может быть, здесь что-то есть интересненькое, напряжу. Ну вот, смотри, очень много косиков. Это вот прям вообще сказка просто. Супер. Вон опять рыболовка, кстати. Очень много рыболовных мест. Надо удочку делать срочно. Так, давайте, наверное, сделаем лежач. Да, могу как раз. Блин, мне каждый раз хватает вообще. Невероятно. Все, ложим спатечки. Все, поспатечкали. Сейчас покушенькаем, попьем. Все, отлично. Полны сил и желаний жить. Так, музыка, музыка, музыка пошла какая-то. Там он какой-то, как будто бы причал, да? Как будто бы корабли сюда подплывали. Неужели это прям индейцы? Индейцы делали. Мне кажется, не вразли владели вообще прям камнем, ну вот. В таком виде. Мне кажется, какие-то более древние люди это все строили на самом деле. Хочу взять камень, но да, мне будет. Слышь, а мы что-то с тобой нашли. Так, давай сделаем маленькие камешки. Мне не стало легче от этого. Хорошо, уголек для зарисовки. Панцирь. Я не буду выкидывать панцирь. Нет, нет, нет. Я вот это могу уничтожить. Оно бесполезно. И вот это тоже. Вот. Воу. Что-то мне... ух ты, блин, здесь прикольно. Пойдем посмотрим. Круто. Очко выживания получен. Песнь о казни одаренных. Со смертью последних из лучших людей от рук смертоносных завершилась великая охота. Те же из семей и близких лучших людей, кто одарен, был долголетием, встретили судьбу много худшую, нежели смерть в бою. День после окончания войны привели всех одаренных на остров племени птицы к высокому утесу над глубоким омутом. Одного за другим приводили одаренных на утес и давали им яд болотной лягушки, делающего выпившего недвижимым. И сбрасывали вкусивших яд в омут, дабы на дне его недвижные захлебнулись они. И к исходу того дня не осталось живых одаренных, и кости их покоятся на дне умута. И прерван был род бессмертных навеки, и остались на архипелаге лишь смертные, гибнущие от болезней. Жуть какая. Да, смотри, вон ведут чувака. Лягушку прыскают. Он ее пьет и падает.
Грустно, конечно. Очень грустно. Так, что мы еще можем с тобой? Вот, может, вот эту хрень? Да, пошла она. Она просто, она очень мало еды дает. Она весит. Вообще, вообще бесполезная. А, так это отсюда сбрасывали, что ли, их? Подожди. Добавим часть индийской карты. Ой, смотри, скелеты. Вы узнали новый способ? Чё? Воу! Воу! А если я прыгну? А я не умерла. Ха! Воу! Добавлен зелье змеи. Воу, блин, пипец у скелетосов. Жестко. Офигеть. А, так, блин, а чё я выпендрюсь-то? Да, я же двигаться могу. А ты прикинь, им давали вот этот яд, и они просто обездвиженные. Их кидали в воду, и они такие... И они даже рот, мне кажется, закрыть не могли и умирали. Блин, это очень мучительная смерть, мне кажется. Это прям, блин, жестко, это жестко. Так, подожди, это мы с тобой... Ё-моё, как мы далеко с тобой забрались. Обалдеть, вообще. Яд змеи... Блин, это вот это, да? А, часть индийской карты, смотри-ка. Зелье змеи. Один день... Индийское лекарство сделано на основе живой воды. На время останавливают расход еды и воды. Not bad, not bad. Но я не знаю даже, в каком случае мне должно это понадобиться. А, возможно, в случае, когда у меня вообще ничего не останется, и мне нужно будет в какое-нибудь супердальнее путешествие отправиться, и тогда да. Но вообще, это очень strange, на самом деле. Что мы можем с вами еще выкинуть? Что-то вот как-то, знаешь, что-то вот не хочется ничего выкидывать, на самом деле. Мы можем, кстати, может быть, закартографировать вот это место, просто чтобы, ну, знать, что оно здесь есть. А, ну вот он, маленький кус... Ладно, больше так не делать, я поняла. Мы с тобой израсходовали как раз-таки этот материал. Блин, что же нам выкинуть-то? Сала нет, как-то жалко. Вот это можно выкинуть теоретически. Ну, либо вот кору, кстати, вот она... Мне кажется, вот, все отлично. Бежим домой. В общем, я бегу, тут бегу и думаю, что, блин, было бы круто тут, конечно, велосипед какой-нибудь, да, иметь или колесницу. Не хватает. Ха! О, вот это я вообще, ты видал? Просто хедшот был. Не, ну а чё она на меня? Офигела, блин, ну придется с ней тащиться теперь. Так, ну ладно, окей. Я предлагаю нам на этом моменте заканчивать. Сегодня тоже много интересного посмотрели с вами. Вот, немножко достроили лагерь. Спасибо большое за просмотр. Если хотите меня поддержать, пожалуйста, поставьте лайк и напишите какой-нибудь комментарий. Это может быть что угодно, что придет вам в голову. Все равно это будет для меня очень полезно именно для продвижения моего ролика. Вот, не забывайте подписываться на канал. И всем пока, до скорой встречи, новой серии.